Добрый день, мои друзья. После посещения озера Моно по дороге в Лас-Вегас мы решили заехать в место, которое называется Hot Creek. Хорошо оборудованная стоянка. Народу вообще нету. Все, идем на спуск этим гейзером. Везде у них стоят биотуалетики. Все достаточно чисто. Hot Creek. Это такое место, где можно даже порыбачить. И здесь находятся геотермальные источники. Правда, везде висят знаки, предупреждающие, что заходить в воду нельзя, так как температура воды может за секунды измениться от теплой до кипятка. После того, как здесь погибло 14 человек, вход в геотермальные источники закрыли, поэтому они ограждены забором и важно сохранять дистанцию. Это место очень уникально, потому что оно постоянно меняется. Геотермальные бассейны могут выглядеть совершенно по-другому каждый раз, когда вы их посещаете. Вода кипяток, доходит до 70 градусов, руки не сувать. Но мужики с яйцами могут попытаться их засунуть. Пойду покупать яйца. На рынок? Нет, в горячих источниках.